место для разворота выбирай. Здравствуй, бордюр, да? Угу. Туда поехали. Так, крути руль. Крути, крути, крути на меня руль. Поехали, поехали. Заезжай, там разворачивайся. Влево. А все. Проблема тому, так проблема, то что ты не доезжаешь как нужно, ты берешь вот на полпути начинаешь. Что да. ты? Назад? Ну разворачивайся здесь. Что мы сразу теряемся? А тут, чтобы развернуться нормально, надо было немножко еще вперед протянуть, чтобы эту бордюру не задеть. Ты парковку включила? Ну да, я заднюю. Ты парковку включила? Парковку включила, да. Где поворотник? Где зеркала? Вот у вас чуть-чуть в сторону от маршрута, все, вы сознание теряете, все поголовно. А как вы права получите, как вы ездить начнете? Ну вот, не знаю. Нужно всегда оставаться налево-то, посмотри. Машины нет? Mm-mm. Налево поедем. Что бы ни происходило, нужно оставаться всегда холодной головой, как говорится. Ну высовывайся, ты же не видишь ничего. Куда ты руль закручиваешь? На встречку, что ли? Сейчас бы вот тебе опять говорю, куда ты руль закручиваешь? На меня крути, это встречная полоса. Туда уходи, давай, быстрее, быстрее, поехали. Теперь влево. Вот, выезжать нужно на свою полосу. А это вообще какой-то цирк сейчас был. Выехала на встречку, еще и газу даешь. Зачем? Не надо теряться. Очень интересно. Ты какой-нибудь там знак видела? Остановка запрещена. Ну, а что ты здесь остановилась? Надо было там остановиться. Где даже вот знак, главная дорога, перекресток. Ага. Ты до него не доехала, 2 метра. Поехали. Левый поворотник. Выбираем место для разворота. Блин, ты когда-нибудь так точно получишь пенделя сзади с другой машины? Конечно, так нельзя делать. Поехали уже. Ну проскочила ты его, ну и проскочила. Опасно сегодня со мной.